подсечка с переходом на бросок через голову. Очень важно, чтобы нога своему была как опора. Always use the leg as just to brace against the leg of your opponent. Но очень важно, когда мы поставим ногу, when we put this leg or brace the leg against, не расслабляться. Don't relax too much. Вот, мы поставили. Keep the tension. Мы начинаем вот падать. Попадаем вот туда в подвздошную кость. And the leg is slide.